После первого приема пищи или воды его может стошнить, это вполне нормально, не переживайте. Воротник вот этот вы не снимаете 10-12 дней, швы снимаете через 10-12 дней. К вам сюда приезжаем. Да. Будет отек, отек пойдет в носкокательный сустав, это нормально. Вот наша лапочка. Вот он, Джек, у нас после операции. Теперь ножка у нас будет работать. Будем на четырех ногах прыгать, а не на трех. Все, счастливо. До следующей встречи. Так, не забывайте, сумочку вашу заберите. Возьмите, пожалуйста. Уже темно, ничего. Бери сумку. Мой хороший, ну, иди сюда ко мне. Ну, иди ко мне, иди. Иди сюда, иди. Ну, иди, мой хороший, сюда, иди ко мне. Иди. Ну, иди вот. Ну, ты мой маленький. Ты ляпочка моя. Ты холосый, холосый мальчик-то. Итак, друзья, операция Джерри прошла успешно. Как вы видите, парень себя хорошо чувствует. На лапку пока не наступает, рано еще. В настоящее время он находится на передержке, где за ним достойный уход. Он проходит послеоперационную терапию согласно предписаниям врача. Большое спасибо всем, кто принял участие в сборах на операцию для Джерри. Друзья, но реабилитация, терапия, консультации врачей – все это еще впереди. И не забывайте, что еще 3000 голодных ртов за спиной. Нам всегда нужна ваша поддержка. Спасибо большое всем, кто с нами.